Вы готовы к окончанию акции на 8 марта. Прощайте подарки, прощайте брелочки. А мы двигаемся на инопланетное вторжение. У нас осталось, ребята, от 3 до 5 дней, потому что 30 числа в 2016 году было инопланетное вторжение, и тогда апгрейдили кибердевочку, давая новый навык «Смертельный вихрь». Также были игры разума, которые у нас были до этого. Так что приведут, скорее всего, что-нибудь новое. Соответственно, если мы возьмем 17-й год. 17-й год была кибердевочка и был введен последний импульс на 19-м уровне. Соответственно, все проходило 29-го числа. И поэтому 29 или 30 числа мы будем ждать. Соответственно, 3-4 дня. Закупаемся последними подарками за брелочкой. Выкупаем обязательно энергетики. Они понадобятся вам, чтобы бить инопланетян. Ну а сейчас к открытию подарков. Привет всем! С вами канал Лига Мьюзик Варс. И вы пришли на это видео, значит, вам тоже стало интересно, а что там у доктора в подарках? Ну, в общем, так скажем, у нас 500 звезд, что меня очень сильно интересует. Ребят, максимизаторов у меня нет вообще. Игры разума у меня валяются, вот они, я их не использую. На 30 уровне они, правда, нужны, но я что-то не заметил. И нефтебабла у меня 11-я, очень давношняя нефтебабла. Так что вот мои подарочки. Ребята, всем большое спасибо, кто дарил подарочки, кто вкидывал, блин, кто меня шокировал количеством подарков. Реально, на одном из стримов прям я был в шоке. Прям в шоке, ну ладно. Ну тогда давайте начнем, наверное, вот, ну, прям с самого большого количества подарков, самых известных. Давай, максимизаторы. Ну вот, все, уже максимизаторы есть. Уже все хорошо. О, красота. И по своей, ребят, традиции я, как бы, ну, как вы понимаете, не смотрю ни шау, ни генетику, то есть от нее эффекта нету. А, кстати, я скоро буду прокачиваться. Вот, буду, наверное, видяшку писать о прокачке. Отлично. Ксимомсюмизатор уровень 1. Отлично. И еще и звездочки. Блин, вот еще бы по 650 звездочек. Вообще, прям не хватает. Вот, 12 звезд. Ну, вообще, просто круто. 135. Кстати, шанс немножко получше сделали. После новогодних подарков стали звезды выпадать. Раньше вообще их не было. Если вы посмотрите видео, ребята, то есть, кто делал за прошлый раз на 8 марта, ну, в прошлом году, короче, получается, там вообще не выпадали звезды. Ребят, там дроп был вообще просто ужаснейший. Здесь вот, смотрите, я максимизатор даже вытащил. Даже плюс 2, да? Правильно же? Да, плюс 2. С 80 подарков. Ну, еще не дошел. Половину только открыл. Думаю, еще же один должен же быть максимизатор. О, отлично, плюс 3. Давай. Еще. Еще подарочки. Ну, остальные будут быстрее. Это только эти тормозные. Кстати, покупать их не буду. Вот это 850. Ну, везет. Кстати, шау, генетика, шау, бум, звезды. Отлично, еще максимизатор. О, хорошо. Если учесть, что я на них звезды вообще почти не тратил, там сколько, ну, 1000, наверное, звезд я на них выливал, еще 5-й максимизатор, вообще хорошо.
О, шестой. Ничего себе, прям везучий. Ну и того, у нас максимизатор на 19 дней, ребята. Получается максимизатор 6 уровня, 4 применения в день. Прям супер. Хватит на какое-то время. Ну давай, пошли. Ну вот это более-менее на 30 уровне. Хороший подарочек. Так, ну давай. Только игры разума мне не надо. Можешь все что угодно давать, игры разума можешь не давать. Я прям не обижусь. Ну, судя того, что мне говорили ребята там на этих подарках, столько на играх разума там. Нифига, короче, не выпадает. Но у меня он плюс 2. Ну, на 30 уровне они как бы, ну, эффективные очень. Все что угодно, только не игры разума. Все что угодно. Лучше звезд, конечно. Еще 1700, да. Давай. Ну. Я уж думаю, так завизу. Блин, сейчас звезды. Сейчас выпадет обязательно. Уже потому что шанс, да. Потому что смотрю по подаркам, сижу, считаю. Должен выпасть. Отлично. Ну, нефтебаблок. Даже закашлялся. Сразу 12-й, нифига себе. Ну, я больше жду, конечно, нового питомца. Нефтебабла я, нефтебаблю. По сути, так-то бы надо было до 16 уровня его. Ну, он и на 16 уровне лашью. Отлично. Ну ничего, кстати, если заметили, да, 14 получается подарочков, нефтебабл 3 раза выпал. Кстати, очень хорошо падает. Игры разума нифига не падают, максимизатор падает неплохо, нефтебабл более-менее. Так, ну и того смотрим, ребята, да, 5000 звезд у нас упало. Ринги, кстати, я не смотрел, но там у меня рингов дофига, я коплю их на майскую акцию. Скоро, ребята, будем вот это все сливать, да? Потом вот это все сливать будем вот здесь. Ну и улучшение 70. И будем сливать мою дзенку. Сейчас, ну я, наверное, до сотни доберу еще, скорее всего, перед сливом. Ну там посмотрим, короче. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо, ребята, всем, кто дарил подарки. Все вы видите, что по подаркам более-менее дроп адекватный, конечно, нищебродский, но все равно. Не забываем, скоро конец акции, тратим все брелочки. Я уже, ребята, выкупил 51 энергетик, потому что, ну, все, я все остальное я уже забрал здесь, поэтому пошел добираться до этих вещей. Ну, мне нужно будет, поэтому, когда следующая акция начнется, сразу же там прямо в бой и пойду тратить и бои все разом, и тратить пойду как раз энергетик. Ладно, всем счастливо. Будем, наверное, следующее видео делать, скорее всего, по прокачке. Ну, или посмотрим, вдруг какая-нибудь интересная новость пройдет. Или обзорчик какой-нибудь. Счастливо!